Финальный аргумент. Я пересмотрела все финалы и знаю, как сделать этот конкурс идеальным. А, блин, ты опять что-то задумала. Гарик, тебе этого не понять. Этот конкурс должен быть максимально лиричным. Поэтому иди, на листочек, иди обращайся к ведущему. Так тут обращение к Александру Васильевичу. Гарик, тут переделали Леонид. Леонид, прежде всего хочется вам сказать спасибо, что вы придумали такую игру, в которую играют тысячи. Какую игру? Футбол, что ли? Я что должен это говорить? Гарик, давай по тексту. Леонид, мы с вами очень многое прошли, и вы нам стали как отец. Блин, а какой отец, который из семьи ушел? Ты, Гарик, ты ничего не понимаешь. Там дальше зрителей нужно было довести до слез. Ну что ж, вот и наступил этот момент. Я отдал свои лучшие жизни КВНу, и нам пришло прощаться. Я ухожу из КВН. Прощай, родной пермский зритель. До слез. Да вообще пофигу, он вторую игру играет! Куда он пошел? Гарик, дальше будет еще сложнее задача. Тебе нужно будет зачитать лирический рэп. Да не хочу я! Надо, я сказала! В этом году Пермь как только не описывали, конечно. Ведь ее столько команд облизывали. Гарик, ты мне всю лирику ломаешь! Там дальше зрители должны были плакать надрыв! Да что там дальше-то? А у нас шок-контент. На самом деле, весь сезон эти два красавчика из сборной по бадминтону вас обманывали. Никакие они не Вашкари Балалаечник. Вот так вот должны выглядеть настоящие Вашкарь и Балалаечник. А этих двух альфа-самцов мы даже на лошкарно-балалаечных сборах не видели. Так, ребята, идите отсюда, или что ваша раса там делает? Да, Гарик, я пытаюсь хоть как-то задействовать людей, а не то, что ты обычно делаешь. Полина, так я тоже заморочился, я хор позвал. О, круто! Круто, Гарик. А зачем? Да хочу на прощание с Пермью поговорить. Давай, иди. Поехали. На заре. Пермь! Ну, честно. Голоса зовут меня. Пермь и Камышлов не отличаются. У нас так же, как на Крахалях. Честное слово. Пермяки! Ну! Голоса зовут меня. Вы для нас, камышловцев, как Дубай. Не каждый может к вам приехать. Ну там, в судимости. Голоса зовут меня. Пермяки, ну чё вы переживаете за этот ваш третий мост? Мы вот Камышловым посовещались, мы вам нашу катапульту отдадим. Для чего мы показали этот финальный аргумент? Главное, я так скажу, неважно, как закончится сегодня игра, как сложится судьба нашей команды, помните, что бы ни происходило с вами, с нами вообще, знаете, что после черной полосы всегда идет белая. Леон Киллер. Все. Ты выбираешь чудеса, твои заплаканные глаза. Время моя река. Команда КВН «Леон Киллер», спасибо за сезон. Команда КВН «Леон Киллер» благодарит главу Камышловского городского округа Половникова Алексея Владимировича за всестороннюю поддержку и помощь.
а также Пекшеву Марию Андреевну за предоставление творческого пространства и поддержку.